Добрый день, дорогие зрители! Рада вас всех сегодня здесь приветствовать. Приносим извинения за небольшие технические неполадки, но мы рады начать. Сегодня мы поговорим с вами о пятом поколении кислородной косметики, об истории кислородной косметики Faberlic, как все начиналось и каких итогов мы достигли за более чем два десятка лет. Со мной сегодня в студии Римма Корнеева, главный эксперт Центра научных разработок, врач-дерматокосметолог, кандидат медицинских наук, и Светлана Мельникова, наш лидер, уже с 19-летним стажем покупок. Сегодня об этом поподробнее тоже поговорим. Итак, в конце эфира мы будем рады ответить на все ваши вопросы, поэтому присылайте все, что вас интересует, и не переключайтесь, следите внимательно. Сегодня мы объявим о конкурсе с волшебными призами. Итак, начнем? Начнем. Да, мы знаем, что вообще человеку необходим кислород. Мы дышим, но не задумываемся, как это происходит, сколько кислорода мы получаем. Но задумываемся ли мы, как наша кожа воспринимает кислород? Римма, расскажите, пожалуйста, подробнее. Ну, на самом деле, наш организм устроен достаточно сложно. Как поступает кислород? Мы все знаем, мы дышим. Кислород попадает в легкие. И далее уже с помощью красных кровяных телец и эритроцитов разносится по всему организму, по сосудам. Движется кровь, насыщает ткани и органы. А вы знаете, например, что в коже, самом верхнем слое, в эпидермисе, это тот самый слой, который вы видите в зеркале, сосудов нет. И как же происходит весь этот процесс дыхания? На самом деле все это достаточно просто и понятно. Но для того, чтобы верхний слой кожи выглядел прекрасно, помимо кислорода, он должен еще действительно сохранять свои защитные функции. Ну и далее, если мы немножечко пойдем глубже в кожу, второй слой кожи – это дерма. Там-то как раз кровеносные сосуды и есть. И вот, собственно, они примыкают к самому нижнему слою эпидермиса, где располагаются клетки, которые постоянно делятся. Этот нижний слой называется базальная мембрана. Вот эти петли кровеносных сосудов подходят к базальной мембране, и происходит обмен кислорода. Клетки, которые сидят внизу, они получают кислород. Но с возрастом происходят достаточно печальные события. Клетки кожи перестают так активно размножаться, потому что происходит склерозирование сосудов, кислорода становится меньше, капилляры схлопываются, и кожа начинает страдать от гипоксии, то есть от недостатка кислорода. Поэтому проблема такова. Рим, действительно, затронули очень тоже важный вопрос. Сегодня поговорим об уходе, да, то, что Global Oxygen, серия Global Oxygen насыщает кожу кислородом, но как она совмещается вот с антивозрастным уходом? Ну, давайте мы сначала попробуем разобраться, как вообще кислород поступает в кожу до антивозрастного ухода, как это все совмещать, я вам расскажу достаточно подробно. Изначально кислород кожи, между прочим, дышит сама по себе. Как же эпидермис должен получить достаточное количество кислорода? Кожа дышит сама по себе, и что происходит далее? Дыхательная функция кожи, это означает, что кислород поступает туда со скоростью примерно 20 микроминут в секунду. Представляете, какой скоростью он должен туда поступать? А чтобы кислорода было достаточно, нужно, чтобы его было достаточно в атмосферном воздухе. Мы с вами живем не в самых идеальных условиях. Хорошо, когда его 21%, но такое количество кислорода есть только в лесу, на берегу моря и где-нибудь совершенно замечательных экологических зонах. В наших мегаполисах кислорода меньше, его порядка 16%, ну а в промзоне и того меньше. И что же делать нам дальше? Поэтому фактически, еще кроме всего прочего, очень огромную роль сыграл фактор самоизоляции. Мы все знаем, что мы пережили не самый простой год, и самоизоляция это означало, что мы сидели дома, мы не гуляли, мы дышали мало, мы мало двигались и фактически мало потребляли кислорода. Гипоксия, к сожалению, стала нашей большой проблемой. И еще, к сожалению, пандемия и тот самый ужасный вирус, он, те, кто перенес еще и ковид, к сожалению, еще страдают больше от гипоксии. Поэтому нам нужно дышать глубже, и кожа дышит с нами тоже. Римма Валерьевна, а каковы признаки этой гипоксии? Как визуально понять, что человеку не хватает кислорода? Ну, на самом деле, визуально понять можно, достаточно легко. Во-первых, вы это почувствуете мгновенно.
Вы испытываете слабость днем, когда вам нужно работать, вас склонит ко сну. У вас снижается вообще общая энергетика организма. У вас начинаются головные боли, у вас снижается память. И на самом деле вы чувствуете, что чего-то не хватает в этой жизни. Вот не хватает энергии, той самой батарейки, которая должна все время подзаряжать. И кроме всего прочего, еще и признак гипоксии, конечно же, это кожа. Она детектор, датчик такой кислорода. И фактически, когда вы смотрите на себя в зеркало, вы прекрасно это видите. Кожа становится серой, тусклой, более того, залегают круги под глазами, что тоже означает признак гипоксии. Кстати, есть еще один признак гипоксии, это носогубный треугольник. Обратите внимание, если вы видите вот в этой зоне некая бледность кожных покровов, это означает, что очень плохо работают сосуды, кислорода определенно не хватает. Поэтому с гипоксией можно бороться. Еще, кроме недостатка кислорода, приводит к тому, что верхний роговой слой эпидермиса очень плохо слущиваются с его поверхности клетки, которые уже отработали свое. Те самые старые клетки начинают толпиться на поверхности кожи и фактически изображать вот эту броню избыточную. И кожа становится серой, а нам нужно, чтобы кожа обновлялась, тогда она будет светиться молодостью. В общем, гипоксия – это достаточно большая проблема, и с ней мы будем бороться. А что же делать? Переезжать в лес, к морю, в идеальные тепличные условия? Ну, на самом деле, с этого вопроса, как доставить коже дополнительный кислород, мы с вами и начинали вообще весь процесс создания кислородной косметики. Надо сказать, этот термин совершенно случайно обнародованный стал абсолютным термином, который мы применяем всегда. Это, кстати, придумано нами, Faberlic, кислородная косметика. Ни у кого в жизни, в мире такого еще не было. Итак, что мы будем делать? Как мы будем получать дополнительный кислород? Фактически, история кислородной косметики началась в 97 году. Тогда, наверное, в 97 году мы воспользовались разработкой, которая нам попала в руки совершенно случайно. Это глобальная история, на которую советское правительство потратило огромное количество средств. Создавался искусственный кровезаменитель, так называемая голубая кровь или перфторан. Вы помните, как это было, как это называлось тогда. И оказалось, что у эмульсии перфтор-соединений, то есть основа всех наших кислородных компонентов, есть один прекрасный побочный эффект. Он прекрасным образом проникает в глубокие кислые кожи, растворяя при этом кислород и тащит его достаточно глубоко. А дальше что происходит? Во-первых, нужно помнить, что частицы этой самой эмульсии, они настолько крошечные, что значительно в 100 раз меньше, чем та самая клетка эритроцит, красные кровяные тельца. И способна эта частица в перфторсоединение проникнуть в самые глубокие отдаленные уголки кровеносных сосудов, попасть в самый тоненький капилляр. И даже если капилляры почему-то схлопнулись, он способствует расширению капилляров и возобновляет кровоснабжение. Это очень важно. И кроме всего прочего, мы усиливаем дыхательную функцию кожи. И мы помним, что первое поколение косметики, это как раз было исключительно то самое усиление дыхательной функции кожи. Когда квафтем, попадая на кожу, просто снабжал ее кислородом, увеличивая его концентрацию. И тогда клетки базального слоя бодрились и быстро размножались и хорошо обновлялись. Но мы понимаем, что нам нужно доставить кислород еще и с током крови. Вы помните, я вначале рассказывала, что нижний слой эпидермиса снабжается как раз из сосудов. И вот тогда появилось второе поколение косметики, Новафтем. Туда мы добавили еще один ингредиент, который стимулирует выброс оксида азота. Не пугайтесь этого страшного термина химического. Но сосуды расширяются, кровоток усиливается. И далее процесс начинает поступление кислорода снаружи и изнутри. Фактически, вот эти два главных эпизода, которые мы, в общем-то, с вами прошли. Ну и, наконец... Рима, спасибо большое за экскурс в историю кислородной косметики. Скоро мы перейдем к нашему новому поколению. Мне бы хотелось задать вопрос второму нашему гостю, Светлане. Светлана, вы практически с самого основания Faberlic с нами. Расскажите, что для вас кислородная косметика и какая история вообще связана с Faberlic? Очень интересно. Просто однажды мне принесли тюбик крема салатового цвета, который меня спас. Это было первое поколение кислородной косметики. Это был 2001 год. И я тогда жила в Туркмении.
кто немножко понимает, в какой стране света эта страна, знает, что большую часть времени там 40 градусов жары в тени. И я, обладательница комбинированной кожи, постоянно мучилась. К обеду макияж уже стекал, и ничего сделать я с этим не могла. Этот тюбик крема меня спас. Когда я с ним познакомилась, я до вечера не вспомнила про матирующие салфетки. Я была колоссально удивлена. Меня пригласили на встречу, мне показали этот флаер, в котором было всего 20 кремов на тот момент. И я, конечно же, приобрела себе всю линейку. Я тогда зарегистрировалась как покупатель со скидкой и приобрела себе всю линейку и приобрела линейку для мамы. И каково же наше было с ней удивление, когда после применения гаммажа и потом маски, тогда это была серия С, мы увидели, что тон кожи посветлел почти в два раза. А для южных жительниц посветлеть кожей, это было просто вау-эффект. Ну, собственно говоря, вот так вот с этим удивлением я стала рассказывать людям. Они меня просили принести это все. Я сказала, нет, 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 вы идите сами, вам все расскажут, покажут. И вот так прошло два года. Я рассказывала, показывала, как удивительно работают эти средства. И через два года случайным образом выяснилось, что я заработала в три раза больше, чем я тогда работала бухгалтером и зарабатывала заработную плату. Что ж, действительно, это просто прекрасный результат. Все это кислородный крем. Спасибо, Светлана, за личную историю. Очень интересно будет потом продолжить, какие еще личные истории связаны в этот период. И вернемся тогда к истории кислородной косметики. Рима уже рассказала про первые два поколения. Напомню, что сейчас действует первый каталог, в котором вы можете больше узнать о серии Global Oxygen. И на первом буквально развороте краткая история каждого поколения. Рима, что же было дальше? 2014 год, Airstream. Ну, вы посмотрите в каталоге, как выглядели наши средства, потому что действительно это были, ну, поначалу были такие скромные тюбики, серенькие такие тюбики, которые фактически, ну, да, пока не попробуешь, не поверишь, что работает. Действительно это было. Но, кроме всего прочего, мы же постоянно находимся в движении. Во-первых, мы имеем уже на сегодняшний день более 30 патентов. Наши научные исследования не прекращались ни разу. Даже в условиях пандемии мы все прекрасным образом совершенствовали наши знания. Во-первых, мы работаем с самыми крупными и самыми основными лабораториями мира, повторяю, которые делают активные ингредиенты. И мы ищем постоянно новые решения для того, чтобы так или иначе усилить эффект, сделать наши препараты значительно более значимыми, интересными. И кроме всего прочего, тот самый вау-эффект, конечно же, мы нашли фактически. И значит, дальше... совершенствуя наши средства, я не буду останавливаться на третьем поколении, на четвертом, потому что это было свежо, вы это помните, но пятое поколение объединило фактически все эффекты предыдущих пяти поколений. Но самое главное, о чем мы должны знать и помнить, как это правильно работает, каков эффект, какие важные ингредиенты есть в составе. Ну, да, действительно, именно такого вау-эффекта мы ожидаем от новой серии, потому что многие уже знают, и мы сегодня тоже еще раз на этом сделаем акцент, в кислородных продуктах серии Global Oxygen содержится максимальная концентрация кислородного комплекса. Рима, может быть, покажем на модели, расскажем больше про технологию, как это работает? Попробую рассказать, потому что действительно понять, как это все работает, достаточно сложно. Имеется, конечно, это глубокие, очень многоступенчатые биохимические механизмы. Давайте попробуем разбираться. Мы говорили о том с вами, что кислород поступает в кожу снаружи, а с помощью наших препаратов поступает еще значительно более активно и эффективно. Но это еще тоже не все. Самое главное, нам нужно, чтобы кислород усвоился на все 100%. Мы с вами его доставили снаружи, мы с вами его доставили изнутри, кислород. А дальше он должен поступить в центр клетки, в так называемую энергетическую станцию.
вы помните, наверное, из уроков биологии, что эта станция называется митохондрия. Ну, если не помните, не суть важно. Важно понимать, как это работает. Итак, чтобы процесс создания энергии шел непрерывно, нужно помимо кислорода еще два важных компонента – витамин С и глутатион. Глутатион у нас с вами в коже есть, и в клетках есть, и в организме есть. Это самый главный антиоксидант. Он занимается тем, что ловит свободные радикалы и участвует постоянно в обновлении и в усвоении кислорода. Второй ингредиент – это витамин С. Мы помним, что витамин С у нас не синтезируется в организме. И самое главное, нам очень важно, чтобы он поступил извне. Ну, возможно, вы съели его недостаточное количество, поэтому мы его используем, конечно же, в косметических средствах. Итак, что нужно? Кислород, витамин С и глутатион. И тогда мы с вами обеспечим тот самый вечный двигатель и эффект, который будет бесконечно работать стопроцентно, создавая энергию. Стопроцентная кислородная история будет как раз здесь. И технологию мы это назвали Never Stop Energy, потому что это стопроцентная энергия и стопроцентное усвоение кислорода. То есть мы имеем кислород снаружи и изнутри и постоянный источник энергии внутри каждой клетки нашей кожи. То есть простым языком мы это можем назвать вечный двигатель? Абсолютно вечный двигатель, и вы видите, что он действительно будет работать до тех пор, пока будет поступать в кожу кислород. Согласитесь, очень наглядная презентация. И вообще, раз мы с вами говорим о том, что как это было тогда и как это было сейчас, Римма Валерьевна, хочется сказать вам огромное спасибо за то, что благодаря вашему умению, уникальной, я бы сказала, способности говорить простым языком про такие сложные вещи, как биология, химия и медицина, косметология, нам всегда все понятно, и работать с кислородной косметикой совершенно несложно. А на сегодняшний день покупатель у нас, кстати, изменился. Светлана, здорово, что это затронули. Сейчас мы продолжим разговор об этом. Но мне бы хотелось вернуться к конкурсу, о котором мы говорили в самом начале, и объявить его условия. В конце видео, и сейчас, и в конце видео, под этим видео мы просим писать ваши варианты креативных слоганов. Вы уже познакомились с технологией пятого поколения кислородной косметики. Римма напомнила про историю. Расскажите, что же для вас кислородная косметика? С каким моментом у вас связано пятое поколение Global Oxygen? Что для вас энергия кожи? Предложите ваш лучший слоган. Итак, да. Ну, во всяком случае, наверное, Светлана, вы используете... Какие, например, ваши самые любимые средства из кислородной косметики? И... Ну, у меня средства уже, конечно же, за столько времени любимые поменялись, любимчики сменились. Если когда-то я влюбилась в серию Q, все эти средства Себоконтроль, то сегодня уже я использую давно всю антиэйдж-программу, с радостью ее чередую, потому что выбор в наших каталогах настолько велик, что косметика никогда не приедается и никогда не устаешь от одного и того же. Ну, наверное, вы тоже лучшая иллюстрация. Да. Кислородной косметики. Да, особенно когда мы работаем в паре с дочерью, например, в офисе, совершенно точно у многих клиентов даже не возникает вопроса. Просто спрашивают, а вы тоже пользуетесь кислородной косметикой? Я говорю, да, конечно, потому что состояние кожи меня, например, совершенно точно устраивает. Скажите, а какое, вот, например, самое популярное возражение на использование кислородной косметики? Что вам говорит ваш клиент, потребитель, человек, который покупает или собирается купить? Ну, на сегодняшний день особых возражений нет. Единственное, наверное, что может сказать клиент, и часто, кстати, это произносит, я, наверное, вот сейчас начну пользоваться кислородной косметикой, и у меня возникнет привыкание. Ну, на самом деле, должна вам сказать, что такое слово, как привыкание, в косметике вообще не относится. Вы, конечно, можете к ней привыкнуть, но скорее привыкнуть к ее потрясающему эффекту и постоянному использованию. Кислороду привыкнуть нельзя. И кроме всего этого, ну, еще, наверное, косметика еще и антиаллергенна. Я полагаю, что это тоже достаточно частый вопрос, который
Да, такие вопросы тоже задают, но уже консультантам, сейчас 21 век на дворе, у нас очень много клиентских чатов, где люди общаются, делятся опытом, оставляют свои отзывы, и консультанту уже зачастую не приходится даже на эти вопросы отвечать, потому что люди подхватывают сразу эти возражения, сразу начинают рассказывать, что это индивидуальная реакция на какой-то из компонентов, что нужно попробовать выбрать что-то еще, линейка настолько широка, что работать с кислородной косметикой на сегодняшний день, с нашим ассортиментом кислородной косметики, совершенно несложно. И это правда. Кто хоть единожды попробовал нашу косметику, кто правильно подобрал себе уход комплексный, больше ни к чему не хотят возвращаться, не хотят переставать пользоваться нашим продуктом, потому что на сегодняшний день качество, многие клиенты отмечают это, что качество и результат – это важнее и главнее всего. Поэтому, в общем-то, работать нам совершенно несложно. Но у меня один из самых частых вопросов, который мне задают, аллергенна ли, гипоаллергенна ли кислородная косметика. Жалуюсь часто на то, что у меня, к примеру, есть проблемы с использованием, я часто страдаю от аллергии, и либо кожа у меня раздражается, краснеет, и вообще я чувствительна. Я должна вам сказать, что препараты, та самая эмульсия, перфторсоединение, которое входит в состав кислородного комплекса, обладает потрясающим антиаллергенным свойством. Во-первых, сами частицы растворяют не только кислород, они способны, попав в кожу, растворить еще и все медиаторы воспаления и просто унести их с того самого, с той самой зоны, где, возможно, есть какие-то процессы. Кроме этого, точно так же и всевозможные медиаторы, которые способствуют образованию аллергических реакций, кислородная косметика скорее будет отрабатывать обратный процесс. Все уберет, и все будет прекрасно, чисто, ярко и хорошо. Да, конечно, аллергия возможна, но это на какие-то действительно отдельные компоненты. Есть, возможно, люди, которые чувствительны, но наш процент ниже, значительно ниже, чем в совокупе у всех других косметических препаратов. Именно благодаря кислородному комплексу. Рима, спасибо, что сделали на этом акцент, потому что это действительно частое очень возражение, которое получаем я и моя команда в обратной связи. И сейчас даже в этом эфире мне уже пишут, что задают такие вопросы. Думаю, даже что в этом эфире? Потрясающе. Да, думаю, что мы ответили. Я думаю, мы ответили. Мы, наверное, чуть подробнее сейчас поговорим о средствах. Уже хочется перейти к нашей серии. Я еще добавлю, да, я уже объявила итоги конкурса. В финале нашего эфира в Ютубе и ВКонтакте будут выложены видео, под которым вы можете писать, и мы вас просим писать свои слоганы. У нас уже приходят первые варианты, очень интересно их читать. Ждем больше, и итоги конкурса мы объявим 25 января. Ну что, переходим к продуктам. Всегда я думаю, что да, первое, с чего мы начинаем, это с очищения. Это то, чему нас учит Рима. Да, Рима Валерьевна всегда нас учила, что комплексный подход обязательно должен быть в уходе. И главное, это очищение. Действительно, главное очищение. Я всегда говорила и говорю о том, что соблюдайте просто правила ухода, тактику и стратегию ухода за кожей. И начинаем мы, конечно, с очищения, потому что потом кожа благодарна вам будет за то, что вы все очень правильно сделали, даже если вы не использовали там большой набор средств. Но очищение должно быть совершенно всегда. Во всяком случае, у нас есть несколько чудесных средств, два, точнее, препарата для очищения. Прежде всего, вот он первый, это Global Oxygen, наша прекрасная пенка. Пенка, которая будет отличным образом очищать кожу достаточно глубоко и хорошо. Но самое главное, что пенка нежная, подходит для очень чувствительной кожи. Она абсолютно ее не сушит. И самое главное, что будет сохранять еще и влагу. Ну а кислорода ей будет всегда хватать. И это еще не все. Помимо всего прочего, эта пенка действительно вам поможет ежедневно справляться с поверхностными загрязнениями. В любом случае, она не раздражает слизистую оболочку глаз, не сушит кожу и будет вашим прекрасным помощником для ежедневного ухода. Но время от времени кожу нужно значительно и основательно очищать. Я, к сожалению, сейчас не смогу вам показать процесс образования. У нас нету, да, самой пены. У нас... Я думаю, что нам померить на слово. Да, померить на слово. У нас есть еще один прекрасный средств. Помимо кислородного мусса, у нас есть препарат, который называется...
Бьюти-аксессуар, дополнительная сеточка, да, которая нам поможет. Бьюти-аксессуар, который поможет вам из маленькой горошинки препарата получить большое, продукт, да, большое облако. Кислородный мусс. О, даже? Да, кислородный мусс. Вот он, кислородный мусс, да. Из этого кислородного мусса, из маленькой горошины получить большое облако пены, мелкодисперсной. Пена настолько мелкодисперсная, что будет достаточно глубоко проникать в каждую пору. И очень глубоко очищать и освобождать кожу от токсинов, от загрязнений, от избыточного себума и так далее. Она будет подходить абсолютно всем. Просто если кожа у вас жирная, вы пользуетесь этим практически каждый день. Если кожа сухая и более обезвоженное, тогда достаточно 1-2 раза в неделю. Это просто замечательное средство. Не пугайтесь маленького объема. Вам использовать этот тюбик будет долго, вы будете использовать его очень долго, и вам хватит его на достаточно большое количество времени. Поэтому очищаем. Это главное наше все. Разрешите дополнить просто про этот бьюти-аксессуар. В каталогах также встречайте подсказки, с какими другими средствами Faberlic, средствами очищения можно использовать. Использовать данный бьюти-аксессуар, чтобы более экономично расходовать ваши продукты. Очень удобная сеточка, кстати. Мы еще очень ждали нового кислородного бальзама. Он всегда был нашим хитом. И кислородный бустер. Расскажите немного об этом? Конечно. Итак, естественно, кислородный бальзам. Бальзам наше все. Кислородный бальзам переходит из поколения в поколение, но не совсем в неизменном виде. Новое средство кислородного бальзама прежде всего содержит действительно максимальную концентрацию кислородного комплекса. Универсальное средство, которое действительно будет поддерживать красоту вашей кожи, обеспечивать ее абсолютный комфорт. Это первое. Второе, у него есть еще одно важное свойство, он способен удерживать влагу примерно 72 часа. Представляете? 72 часа ничего один себе. Раз и 72 часа влаги, концентрация влаги в вашей коже будет достаточной. Это благодаря еще одному важному компоненту, который находится здесь. Это полисахарид, который называется пентовитин. Делает его для нас швейцарская компания DSM. Из города Базель. Фактически компания фармацевтическая, но средства делает и косметические в том числе. Но, кроме всего прочего, на него есть действительно мощные клинические исследования, и тогда, вы поверьте мне на слово, действительно будет обеспечивать вам восстановление кожи достаточно быстро и легко. Восстановит ваш барьер и наполнит жизнью каждую клетку вашей кожи кислородом тоже. Ну и защитит еще и от факторов внешней среды, того негатива, и самое главное, от гипоксии в условиях пандемии и прочих неприятностей. Ношение масок, кстати, то самое явление, которое сейчас называют маскне, то есть когда возникают какие-то воспалительные элементы и прочее, кожа становится шелушиться и вообще чувствует себя не очень хорошо. Вот, собственно, этот бальзам помощник вам еще и под маску. Есть еще один препарат, который называется у нас кислородоэнергетический бустер. Это сверхлегкое средство, некая такая пена, которую мы будем с вами наносить тоже на кожу. Фактически это замена тонику. Это эффект... продемонстрируем? Да, давайте попробуем. Смотрите. Прям пену наносить? Пена. Новый продукт. Смотрите, это тоник. Это тоник, это не моющее средство. Это тоник, который будет, пузырьки этого тоника насыщены кислородом. И фактически средство моментально будет увлажнять вашу кожу и тоже удерживать влагу на ее поверхности не менее чем 72 часа. Это тонизирование. Мы помним про второй этап. Очищение, тонизирование. У кожи открылось второе дыхание, да? У кожи открылось второе дыхание, может быть, даже и третье. Но фактически энергетический бустер имеет достаточно такую редкую текстуру пенки, и поэтому вы наносите небольшое его количество, это даже много, то, что было сейчас, и разносите по поверхности кожи, ждете, когда он впитается, и дальше используете свои привычные кислородные средства. Кислородный бальзам вам здесь всегда в помощь, он будет смешиваться, вы его можете наносить под любое косметическое средство днем, а лучше вечером, в течение ночи кожа будет дышать. Особенно, если вы не пользуетесь декоративной косметикой, то перед выходом на улицу под любой зимний наш крем, кислородный бальзам поможет вам действительно справиться от гипоксии и насытит кожу кислородом. Но фактически достаточно... Мы привыкли говорить обычно, что кислородный бальзам – это катализатор для любого другого действующего ингредиента.
также это, да, то, что я встречаю в обратной связи, действительно используют крайне широко. Да, это просто соцсредство в домашней аптечке, незаменимое. То есть это, прекрасно, да, справляется и с укусом насекомых, и с небольшими ожогами. Если бы вы сейчас могли бы потрогать кожу рук, я должна вам сказать, она выглядит совсем по-другому. Она очень нежная на ощупь и увлажненная. Римма Валерьевна, в линии Global Oxygen есть два крема, увлажняющий и питательный. Расскажите, пожалуйста, как правильно применять эти кремы и для какого возраста, для какой погоды, какой? Все это о них. Два крема. Возраст в данном случае не имеет значения. У нас основной вопрос, ты же, Рима, с какого возраста мы можем использовать серию Global Oxygen? Тогда ответим сразу на два, да? Ну, да, Global Oxygen можно применять с возраста 20+, и так как только вы перестали использовать свою тинейджерскую косметику, то есть фактически вы переходите на Global Oxygen. Это то, что вам необходимо каждый день. Но здесь нужно выбирать средства. Итак, у нас есть два препарата. Один из них увлажняющий, другой из них питательный. Они отличаются текстурой, но каждый из них содержит максимальную концентрацию кислородного комплекса. Здесь важно помнить следующее. Если ваша кожа комбинированная, склонна к жирности, или вы чувствуете ее сухость и обезвоженность, тогда крем легкий, увлажняющий, который будет кожу обеспечивать влагой и сохранять ее нежность и упругость. Если ваша кожа достаточно сухая, и вы видите, что ей не хватает питательных веществ, это очень хорошо видно, кстати, по утрам, когда вы утром просыпаетесь и вдруг видите вмятины, условно говоря, на своем лице от самой прекрасной бьюти-подушки, но да, вы уже пьете вторую чашечку кофе, а все никак кожа не разглаживается. То в этом случае, конечно, вам понадобятся уже препараты, которые более будут обеспечивать и более кожу питательными веществами. То есть это означает, что ей не хватает и влаги, и питательных веществ. Тогда берем питательный крем. Но сейчас зима, морозы, в некоторых местах даже очень сильные морозы. Поэтому здесь мы скорее при чувствительной сухой коже питательным кремом будем пользоваться и утром, и вечером, используя одновременно вместе с ним кислородный бальзам под него или добавляя его небольшое количество в препарат. Это важно. Ну, собственно, роскошная формула питательного крема действительно поможет вам почувствовать ее бархатистость и нежность кожи. День за днем кожа будет насыщаться кислородом и выглядеть все лучше и лучше. Римма Валерьевна, а вот еще очень частый вопрос. Мы же уже давно работаем с этой линейкой. Mm-hmm. Она появилась у нас ранее в каталогах. И вот клиенты начинают задавать вопрос, как встраивать Global Oxygen в ситуационный уход, в антиэйдж уход, например, чередовать курсами или прекращать антиэйдж, делать курс Global Oxygen. Расскажите немножко подробнее. Ну, здесь все достаточно легко и просто. У вас есть средства для очищения кожи. Во всяком случае, вы на сегодняшний момент можете взять их в качестве базовых препаратов для зрелой кожи. Ну, зрелая кожа – это кожа 35+. И дальше уже бесконечность. Она будет уже только исключительно зрелой. Кислородный бальзам будет подходить абсолютно ко всем средствам, которые вы используете каждый день. То есть серия Renovage, серия наша Варио, Гардерика, неважно. Все препараты могут прекрасно сочетаться с нашим кислородным бальзамом. Чуть-чуть кислорода, немного энергии, кожа не повредит никогда. Вы можете использовать следующим образом. Еще раз повторяю, неважно, какой тип у вас кожи и сколько вам лет, или какую серию Faberlic вы используете, на которой есть маркировка «Антивозрастной уход» или препараты серии «Эксперт». Вы можете всегда применять кислородный бальзам или кислородный наш замечательный энергетический бустер в вашем комплексном уходе. Эти два средства всегда должны стоять рядом с антивозрастными препаратами. Кроме этого, есть еще и сыворотки, которые сыворотки, к примеру, Варио. Вы их прекрасно можете сочетать с нашим кислородным бальзамом, потому что это, в этом случае кислородный бальзам усилит действие сывороток. Кроме этого, если вы используете, к примеру, в качестве ночного крема Renovage, в качестве дневного крема вы можете взять наш крем прекрасный из серии Global Oxygen для того, чтобы действительно усилить процессы обмена, энергетические процессы. Но и ничто не мешает
можно и сочетать с любыми нашими препаратами. Будет только лучше. Эта серия позволяет вам, напротив, усилить действие антивозрастных препаратов. Ведь для того, чтобы пептиды, которые есть в антивозрастных средствах, начали работать активнее, нужен кислород. Здесь дополнительная порция кислорода, тем более его 100% использование, даст возможность активизировать работу клеток уже более глубоких слоев дермы, фибробластов, которые стимулируют синтез коллагена, эластина, у вас будет больше гиалуроновой кислоты. Мы просто дадим еще один энергетический бустер, энергетический заряд как раз нашим клеткам, чтобы поднять их на более высокий уровень работы. Мы дадим им энергию, а для того, чтобы синтезировать опорные белки кожи, подтягивать ее овал, нужна энергия. Спасибо. Без этого ничего не происходит, поэтому здесь нужна энергия. Спасибо, это очень удивительно, что эти кремы можно сочетать. Коллеги, согласитесь, да, когда можно все эти средства сочетать с другими, это нам очень будет нравиться. А я бы хотела рассказать еще буквально пару слов о еще двух средствах Global Oxygen. Это наша кислородная маска. Римма Валерьевна уже говорила про моментальный эффект, который, кстати, в том числе... Ее тоже нужно использовать. Да, дает продукты Global Oxygen. Это, можно сказать, такая моментальная подзарядка, да, для вашей севшей батарейки. Вот такого прекрасного небесного цвета с пузырьками. Пузырьки, это, кстати, да, пару слов об этой маске. Пузырьки, между прочим, которые вы видите здесь, это не что иное, как растворенный кислород. В составе этой маски есть, прекрасно, естественно... подходит. Да, ну, да. Видите, под наш кислород, Светлане просто идеально. В этой маске есть два важных ингредиента, ну, помимо нашего кислородного комплекса. Здесь мощнейший комплекс увлажнителей, это комплекс, который называется акваксил, то есть он заставляет не просто насыщаться влагой каждую клетку нашей кожи, он еще стимулирует работу так называемого клеточного водопровода. То есть там, где влаги не хватает, кислород, вода будет направляться именно туда. Это первое, то есть отсюда ее мгновенный эффект. Плюс есть в составе витамин В5, который будет еще и успокаивать кожу. Поэтому это третий продукт, который обязателен для антивозрастного ухода. Особенно в тот момент, когда вам действительно нужно хорошо выглядеть. Делаем маску, наносим свой крем. Причем маску можно не смывать. Она, если впитала, значит все отлично. Наносим потом свой антивозрастной крем, делаем макияж и идем в люди. Фактически это такая палочка-выручалочка для каждого момента вашей жизни. Даже просто, если вы плохо себя выглядите, чувствуете, у вас ощущение усталости, сделайте эту маску. А если сидите дома, делайте ее каждый день. Очень здорово. Еще также в нашем ассортименте есть последний продукт, который сейчас есть, вот прямо сейчас в ассортименте. Это крем для глаз, также с максимальными концентрациями кислорода. Обязательно пробуйте, делитесь вашими отзывами. Поступают вопросы в чате. Кстати, два слова про этот крем? Он лучше всего будет избавлять вас от темных кругов под глазами и снимать отеки. Да, действительно, этот продукт прошел дополнительные клинические тестирования в самой известной российской лаборатории, и все данные подтверждены клинически. Поступают вопросы в чате, я думаю, что мы уже можем переходить к ним, потому что они пересекаются с тем, что мы рассказали. Подытожим, Рима об этом говорила уже несколько раз, что продукты Global Oxygen подходят всем типам кожи. Для любого возраста вы можете поменять свою молодежную косметику, на Global Oxygen и продолжать ее использовать всю жизнь. Светлана об этом уже говорила в начале эфира. 19 лет Светлана пользуется кислородной косметикой разными поколениями. И посмотрите. Ну, для полноты, помните историю про тускую лампочку, Катя? Да, сейчас мы тоже к ней перейдем, как только ответим на вопросы. Также основной вопрос, будут ли новинки. Да, на этом серия не заканчивается. Сейчас представлены 9 базовых продуктов, которых достаточно для ухода. Но мы не останавливаемся. В 2021 году уже совсем скоро мы предлагаем новые форматы, абсолютно новые интересные форматы. Будет и сыворотка кислородной мезотерапии, много-много всего интересного. Те форматы, которые ранее не были представлены в каталоге Faberlic, в принципе. И второй вопрос, будут ли пробники? Нет, пробников не будет на данном этапе, мы их не планируем, потому что мы считаем, что каждый должен попробовать продукты Global Oxygen. Мы уверены, что вы останетесь довольны. И
Чтобы вот прям осталась такая яркая ассоциация, я приведу пример, который я очень люблю приводить. Рима говорила о том, что кислородная косметика Global Oxygen – это в первую очередь бесконечный источник энергии, это особая атмосфера, богатая кислородом. Вот представьте, сейчас, да, актуально зима, по крайней мере, для нашего географического региона, зима, холодно, темно, в конце коридора горит тусклая лампочка. И тут моментально зажигается свет во всей квартире, во всем доме, и вы чувствуете себя комфортно, наполненно, и вам в целом хорошо. А вот тут тоже такой очень наглядный пример. Global Oxygen – это моментальная подзарядка вашей кожи, особенно в период, такой непростой период, в который мы сейчас все с вами переживаем, находимся. И я еще раз напомню о конкурсе, который мы запускаем сразу после нашего эфира. Во всех наших социальных сетях будет выложен эфир, и под ним присылайте ваши креативные слоганы. Нам интересно, какой момент вы вспоминаете, когда думаете, да, о кислородной косметике, и что для вас энергия кожи, что для вас Global Oxygen. Мы уже получаем много интересных вариантов, даже не знаю, зачитывать их или нет. Итоги будут объявлены 25 января, мы уверены, что будет еще больше. Поэтому очень-очень ждем. Я сегодня хочу еще раз поблагодарить нашу несравненную Риму Валерьевну, которая действительно всегда о сложном рассказывает просто, доходчиво и понятно. И Светлану Мельникову. Светлана, во-первых, за то, что вы столько лет с нами, что вы являетесь примером, эталоном нашей кислородной косметики. Очень приятная, мне кажется, у нас сегодня получилась беседа. Спасибо всем. А вечный двигатель работает? Все еще. И будет продолжать работать. Ну что, на этом мы с вами будем прощаться. Светлана, я думаю, отличная возможность передать что-то, да, некие слова вашей команде. Коллеги, всех приветствую. И в очередной раз после подготовки к сегодняшнему эфиру и во время этого эфира в очередной раз убеждаюсь, кислородная косметика – это один из самых благодатных наших с вами продуктов в огромном ассортименте всей нашей компании. И изучать его очень и очень нужно и полезно, и выгодно, что немаловажно. Здорово. Рима Валерьевна. Сияйте, сияйте красотой, кислород – это ваше все, стопроцентная энергия, нет гипоксии, и вы всегда будете чувствовать себя прекрасно с нашей новой серией, новым источником энергии. До новых встреч в новых эфирах. До новых встреч. Всем хорошего дня.